Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать и выше неба к солнцу взлетать, твои ладони к сердцу прижать. Фестиваль «Полет души», который впервые прошел в Темиртау год назад, получил очень много хороших отзывов. Главная миссия организаторов концерта – социализация и развитие талантов людей с ограниченными возможностями. В этом году фестиваль вновь откроет свои двери для жителей города. По его итогам самые активные и талантливые получат призы. Блеснуть своим талантом приглашаются участники от 7 до 99 лет. У нас в основном как бы инвалиды стараются стихи больше рассказать, попеть. Ну, конечно, если будут какие-то интересные танцевальные номера, это только будет приветствоваться. Поэтому я обращаюсь ко всем инвалидам нашего города принять активное участие в этих мероприятиях, в этом фестивале, потому что, ну, сам фестиваль – это не коммерческое мероприятие, это благотворительное. Специально мы делаем для наших инвалидов, подключаем городской отдел культуры,